Всем привет, Requiem for a Balance. В общем-то, продолжаем проходить эту сборку и перемещаемся к соратникам, действуем по утвержденному плану. Вот. Вайтранчик. Сейчас пройдем соратников. Не знаю, что там, какие квесты. Долго, недолго. Потом надо будет этериевый сет дособирать. В общем, не знаю, но... Меня как бы ведут за руку, я иду. Говорят, что делать, я делаю. Кто-то уже справедливо заметил, что это не особо интересно, но, к сожалению, придется так добивать эту сборку. Мне хотя бы, не знаю, я уж про дополнение молчу. Мне бы хотя бы пройти именно Skyrim. Сюжет самого Skyrim. Вот, что-то туда и туда показывает. А, вот о задании, да. Окей. Конечно, в какой-то степени надо было правильно оценить свои силы и не лезть на этого Моварта. Вот. Но... Говорят, ты сильнее, чем кажешься. Возможно, Ярл Рифта просит нашей помощи. Похоже, там поселились какие-то хищники и нападают на крестьян и путешественников. Кто-то должен отправиться туда и разобраться со зверями. Хорошо. Я знала, что на тебя можно положиться. Это так. Зверь, я еще приболел, блин, тут. Серьезно? Довольно серьезно. С женой мы заболели вместе прям. Подожди, а чё... Подождите, а чё, какое-то только одно, что ли, задание можно взять? Остальные что-то пропали. Тебе все еще нужно показать себя, салага. Эйла разве не дала тебе задание? Приходи поговорить, когда с ним разберешься. Блин. Подожди. А другие задания? Какие-то животные. Тут столько вариантов. Мы взяли какое-то самое непонятное. Так, это Эйла. Это Скьюр. Тебе все еще нужно показать себя. В этот раз дело довольно деликатное. Одна богатая семья как-то потеряла фамильную драгоценность. Конечно, они сваливают все так. На волшебника. Кто знает, зачем им это. Но надо ее вернуть. Ну давай, ладно. Быстрее, чтобы покончить с этим делом. Короче, понятно, тут надо просто. Тут надо просто по ходу дела все их квесты выполнить. Сейчас мы все заняты. Вот. Блин, заплутал я здесь. Короче, у них несколько заданий, я так понял. Такие мелкие.
Так. Ну давайте, раз у нас деньги есть. Вроде бы, да? Будем... Как во всех РПГ, блин. Покупать какие-нибудь бутыльки. У меня для всех найдется что-нибудь подходящее. Позови меня, если... Что тебе нужно, друг мой? Погляди. Так, что у нее есть? Отличное зелье лечения. Повышение здоровья. Вот на 70 единиц. Да пофиг, давай, берем. Ну, остальное я не знаю. Конечно, тоже неплохие такие. Но можно взять чисто. Да, одну куда мне стоит. Так. Окей. Надеюсь, я все правильно понял в плане соратников. Что надо все их квесты выполнить. Но я так понимаю, проблема сборки состоит в том, что здесь есть дефицит с опытом. Поскольку меня уже предлагают переиграть заново, что я, естественно, делать не буду. Спасибо, конечно, но нет. Я вообще собираюсь как бы все это дело удалить после, так скажем, определенной точки. Так, куда нам по заданию-то поэтому? Ну, для меня вот такой себе. А, вот фамильные ценности. Вот они, фамильные ценности. Многоломный проход. Где этот у нас? Многоломный проход. А, вот, да? Ну, давай. В принципе, можно так доскакать. Вопрос, с какой стороны лучше зайти. Получается, большая часть игры без драконов у нас. Хотя в оригинальном Скайриме
Они довольно быстро на сцену выходят. Стояночка великанская. Так-то опыт нужен. Так-то если. Целую секунду. Ничего себе он. Жирненький такой. Надо что-то помощнее брать. Этот меч не подходит. Ой, тут еще и саблезуб, ёлки-палки. Давайте вот этим попробуем. Он жжется и морозит. Так. Ну, по 134 неплохой урон. Для этих ребят. Все, этот парень почти отъехал. Ой-ой-ой, аккуратно ты. Ну да, этот тоже сейчас встанет. Вот опять включилась функция, что у меня лошадь все подбирает, начинает. Странно. То работает, то не работает. Так, лошадиная шкура. Шкуры все. Так, давайте тогда саблезубы тоже соберем. Что тут у нас есть? Сырое мясо собрать не будет. Больше никого тут? Может, сундучок какой? Пустовато. А, вот сундук-то. Есть сундук. Понятненько. Так. Не знаю. Что-то как-то я к стрелковому оружию не особо.
Ладно, погнали. Тут рядышком. Кстати, да, сейчас по поводу. Нам же надо вкачивать. Эх, 28, мало совсем. Ничего не могу, да? Ну давай, все равно пригодится. Наверное, уровень, да? Получили. Нет? Мишка. Мишка, Мишка. Ха, какой-то он поясливый. Боязливый Мишка. Так. О, какие тут друзья. Ого. Ого. О, да ладно. Ты что-то кого-то не того, да, порезал? По-моему, я какого-то эльфийского, этого, эльфийскую знать какую-то. Ну, почему бы и нет, собственно? Почему бы, собственно, и нет? Нет, ну тоже опыт, правильно? Тоже же опыт, правильно? Ты достал, ты... Хватит встал... Какой пощады? О чем ты говоришь? 4000, ну немного, конечно, с них. Да, ребята, проку с вас немного, конечно. Ну тоже опыт. Какой-никакой. А ты что? Побежал куда-то. Вот мне интересно, игра не ломается от таких приколов? Просто взял, побежал этот чувак. Вот. Что он сейчас делать будет? Блин, надо все равно, наверное, было с той стороны, а не с этой скакать. Я думал, тут можно как-то пробраться. А вот вроде здесь, может быть.
лошадки в Скайриме. Универсальный транспорт. Скачет, будь здоров. Так. Ноголомный проход. Да он и есть. Прибыли, значится. Ну, погнали. Ноголомный проход. Оружие понабирал себе. Ёлки. Так, давайте скинем кое-какое оружие. Слишком много всего. Вот, смотри, 41 уровень, то все равно у меня. Правильно? А, нет. Ничего не понял. А, все. Так, способности. Ну вот у меня. А чё такое? Почему не могу взять? Странно. А как мне прокачать-то? Ну давайте это. Здесь что, здесь нечего брать. Совершенное искусство надо. Рано еще. Ну я здесь был, да? О, да-да-да, я помню все эти магические ловушечки. Жуткое местечко, надо сказать. Так, ну здесь явно нужно это. Другой меч. Явно нужен другой меч. Нифига себе. Блин, ну понятно здесь. Самый вредный из людей, это сказочный хрюк. С ними лучше вообще не сталкиваться. Блин, кто-то еще из лука шмаляет. Убили. Ну ладно, сейчас примерно понятно, с чем мы столкнемся.
Так. Ледяная защита. Ну и чё? Должно быть хорошо. Здесь в основном холодом, кстати, лупит. Я так заметил. Чё у нас из брони? Против холода. Вот. 25%. Вот это еще хорошее. Но меньше процентов. Не знаю, я взял, но я пока не понимаю, как это ревесет работает и в чем его преимущество. Вообще мне непонятно. Так, ну давай тогда. Попробуем так. Так, надо поставить не меч, вот этот вот. Во-первых, нужно его подзарядить. Блин, ловушки поганые. Бабах. Блин, долбанул по мне своим зачарованным топором. Надо отрегенить хпшку, я что-то никак не могу. Ну идите сюда. Ох уж мне твои псы. Тихой грусти. Так, что дальше? Что у нас здесь?
Но он, наверное, прыгать не умеет, да? Сейчас я немножко отхилюсь. Так, сохранимся. Да сколько у вас здесь? Блин, обязательно какой-нибудь скелет еще с ним. Очень их тут дофига что-то вообще. Да блин! Псина вонючая. Так. Мы разгромлены. Так, хорошо. Ну, здесь, как всегда, ничего хорошего у нас. Дальше только скелетики будут. Так, заботы воина. Такс. Что у нас тут еще есть? Ересь. Испорченные книги, книга для этого. Ну и, собственно, серьезно, за железной дубиной мы ходили. Вот за этим. Вот это вот. Настолько ценно, да? Понятно. Ну тогда все понятно. Действительно. Деликатное дело. Действительно деликатное дело. Куда же вы, товарищ?
Ну вот, собственно. Что там еще тут? Найдем, интересно, нет? Какие-нибудь загадочки. Загадочки, отгадочки. Северный. Так, понятно, мы вышли. Вот глубины и линалы. Линалты. Вот сюда я хотел еще попасть. Там Моск... По-моему, я там был, но я тогда не мог с драугерами нормально биться. Теперь мы можем. Соответственно, можем попробовать там еще пофармить опыт. Почему я не могу зачарование изучать? Я что-то не понимаю этого. Странности какие-то. Да, по-моему, здесь драугеры будут, сколько я помню. А, они здесь какие-то колдуны. Тоже чародеи все. Нормально. Какие-то некроманты. Живые. Понятно, литература. Ну да. Дебафов. Дебафы вешают только в путь. Так, чё? Скажем, за кадром сплавал я туда, нашел там книгу навыков второе дыхание. Не знаю, отображается здесь нет. А, вот водное дыхание. Дали опыт за её. 9000. Так, и что у нас дальше? По списку.
Слушайте, ну если соратники это просто отдельные задания, которые они выдают. Промазал! Дружочек. Блин, слушайте, я не зря, кстати, это... Против холода до сих пор хожу с этим. Потому что помогает реально. Они же все холодом. Они же все холодом бьют, некромант. Поэтому я, в принципе, по делу. Блин, короли. Да, хорошо. Вот это нам надо. Уже четвертая огненная соль. Чё, я, наверное, тогда, да, я, наверное, соратников, ну, еще пару заданий выполнил за кадром. Я не вижу смысла особо все это показывать. Еще один странный свисток, уже второй. О, это кто? Бандит. Что здесь бандит забыл? Интересно. Ну и что нас тут в конце ожидает? Ожидает. Рычаг что ли нужен? Ничего не понимаю. Вот это да? Рычаг? Нет? Нет, видимо, не рычаг. Вот тут дверь есть. Адепт. Все какие-то ритуалы у них тут. Чё, святая? Святая булава. Орочья. 55, ты глянь. 55 единиц. Нормально. И чё-то ещё, эльфийский. Меч оглушения. Это ерунда. Так, ну ладно, давайте глянем, что тут у нас есть еще. Это дверь была. Тайничок, небольшой тайничок. Ничего особенного. Просто небольшой тайничок. Так, сохранимся на всякий случай. Ничего себе тут.
Так, это у нас, наверное, начало. Скорее всего. Проверим, что там. В лучших традициях Миядзаки. А, это все что ли? Погодь. Это же было. Нет. А, блин, вот я тупой. Ладно. Блин, нафига спрыгнул-то? Да ёлки. Неуклюжий ты какой. Ужас. Я здесь не был, по-моему. Наверху. Или был? Ну, впрочем, здесь ничего любопытного вообще нет. По ощущениям. Ну да, вот тебе и выход. Скелетик тут. С сумкой на плечный мешок. Я почему-то не могу его взять. А, ну его, наверное, нельзя брать. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что у нас там с опытом. Ну вот. Нормально так повоевали. Можно вот на ручку вложиться уже. Ну, да. Жесть, конечно. Пока так. Наконец-то я ее зачистил. Эту мокрую локацию. Тогда в нее зашел, чуть не офигел. Так, ну чё тогда? Давайте вернемся в город, доложимся, возьмем другое задание. Блин, сейчас она помрет у меня. Лошадка-то. А чё это вы, имперские ребята, меня собираетесь убивать? Чё, всё, да, я теперь у них не это, не котируюсь? Не котируюсь я у вас? Это из-за того, что я на Талмар напал, да? Так, и что у нас есть? Где что? Мы нашли кого защищать. Вроде трое было.
Так, ладненько. Надеюсь, в городе-то мне не будут там приставать. Я так понимаю... Это еще кто такой? Наемник? Да вы что, все озверели, что ли? Бред какой-то. Что-то все агрятся на меня. Убил пару эльфов. Теперь все на меня агрятся. Вот этот вроде не агрится. Вы не агритесь на меня, ребят? Так давно не доводилось убивать мятежников. Даже рука ослабла. Да нет. Не теряй бдительности. Рано или поздно она отгубится. Это точно. Ладненько. А то я думал, вся империя на меня сгрызилась. Это типа ночь, что ли? Ветер холодный. Заморозки пассивы побьют. Вот как чувствую. Не двигаться! Приказ ярла! Молодец! А теперь пошли в замок. Весь краденый товар мы конфискуем и гуляй. Конечно, после уплаты штрафа. Понятно. Ну и чего у меня отняли такого? Понятно. Так. Вот здесь нет, интересно. Да, здесь. Меня ставить не перекомать. Кое-что. Слава богам. Стеклянный лук. Ну, я не знаю, мне кажется, больше ничего особо не продашь тут. Всякие рубины. Ничего не понимаю, я чё, уровень-то не взял, что ли?
Ну, и чё? Смотрите, вот я не понимаю, у меня зачарование 90, здесь требуется 90. Мне нужно какой-то закон первых, что ли, или чё? Ничего не понимаю. Я ничего не понимаю. Тебе все еще нужно показать себя, Салага. Таких повреждений не видно. Уверен, они будут рады. А вы рады их денежкам. Да, я приготовил для тебя нечто особенное. Но это не для всех ушей. Приходи сегодня вечером в Нижнюю Кузницу. Куда? Я забыл, что ты не знаешь. Это Поднебесные Кузницы, где работает Йорлу. Дверь туда скрыта. Но я покажу тебе дорогу. Вот бы побольше наших собратьев задавали такие вопросы. Все, теперь я понял. Теперь, по ходу дела, будет эта тема с Нижней Кузницей. Возможно, не надо будет остальные квесты проходить. Ну, давайте узнаем, что тут с Нижней Кузницей. Как же он медленно идет, а? Ужас какой. Мужик, давай побыстрее. Нижняя Кузница. Вечер. Не сейчас. Нижняя Кузница. А сейчас что, не вечер, что ли? Не сейчас. Нижняя Кузница. Вечер. Вот. Не сейчас. Да ёлки. Нижняя Кузница. Вечер. Готов? Вот что тебе следует знать. Йорваска – старейшее строение в Вайтране, а Небесная Кузница еще старше. В Нижней Кузнице владычествует древняя магия, что старше и эльфов, и людей. Ничего себе. Мы привели тебя сюда, чтобы сделать сильнее свежая кровь. А теперь вперед. Тебе все еще нужно показать себя, Салага. Ладно. Ну, погнали. Надеюсь, ты узнаешь Эйлу даже в таком обличии. Ёлки. Она согласилась усыновить тебя. А, понятно, они меня оборотнем хотят сделать. Мы делаем это тайно, потому что Котлок слишком занят борьбой с нашим великим даром. Он думает, что мы прокляты. Но это не проклятие, это благословение. Как может быть проклятием то, что придает такую доблесть? Так что мы берем дело в свои руки. Чтобы достичь вершин братства, тебе придется разделить с нами кровь волка. Твой дух готов соединиться с миром зверей? Ну давайте, чё. Выбор за тобой. Мы не станем тебя заставлять. Чтобы войти в круг, моя кровь должна быть такой же, как и наша. Короче, сказали пройти соратников, проходим соратников. Хорошо. Погнали. Орку-то какая разница? И чё, меня выпустили на свободу? Погулять?
Ну неплохо, неплохо. А это кто еще? Крестьянин. Ну да, за вервольфов играть мне еще не приходилось так вот непосредственно. Ладненько. Ну я могу сейчас-то обратить это все. А, инвентаря нет. В принципе, какой тут инвентарь может быть? Я смотрю, там вся деревня уже со мной на меня собрали. Жаль, что непонятно, какая сила, какая атака. Хотя... смотри-ка, чё. С каждым поглощенным куском плоти ваших несчастных врагов. Так. То есть это отдельная прокачка получается. Ого, жизней-то насыпали. Неплохо, неплохо. Какие навыки есть? За силой дорога способность наносить немного более сильные удары. Как и Рольф, вы располагаете еще больше физической силы, ваша выносливость и сопротивляемость ранениям увеличены. Плоть и кровь мертвого благотворно влияет на вас, вылечивает еще больше повреждений. У вас буквально луженый желудок, что позволяет поедать плоть диких тварей. У вас жуткий вервольф действует даже на существ более высокого уровня. А что там охоты охватывать теперь большую территорию, показывать противников, спокойно ли они ищут. Сражаются. Что там братство вервольф может созывать вам на помощь снежных волков? Ничего себе. Нормально. Вон там мишка какой-то. А чё так темно-то? Что-нибудь слышишь? Ты не спишь? Да, трансформация далась тебе нелегко. Но ты все еще на этом свете, так что поздравляю. Мы решили устроить праздник в твою честь. Неподалеку у висельной скалы стоят лагерем охотники на вервольф. Серебряная рука. Думаю, тебе приходилось с ними встречаться. Мы их перебьем. Всех до последнего. Веди. Скьор уже ушел на разведку. Так. Ну все тогда. На этом мы, наверное, остановимся. А, ну я могу одеться, да? Да, нет. Подождите, где остальное-то? А, ну да. Все тогда на этом. Этот эпизод заканчивается. Дальше пойдем бить там кого-то. Охотников на вервольфов. В общем. Ну, что, проходим. Как договаривались. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.